Селем алейкум, здравствуйте, в эфире телеканала «Милет», программа «Бызым Акымыс», «Наше право», и я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы будем говорить о том, на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать реабилитированные граждане, положено ли им по закону бесплатное выделение земельного участка, а также существует ли отдельная очередь на квартиру для реабилитированных. Эти вопросы мы рассмотрим на примере столицы Крыма. Гость нашей студии – начальник отдела по межнациональным отношениям администрации города Симферополя Эскендер Муждабаев. Эскендер Сервирович, здравствуйте. Добрый вечер. Эскендер Сервирович, расскажите, пожалуйста, о деятельности отдела по межнациональным отношениям администрации города Симферополя. Отдел является структурным подразделением администрации, состоит из двух секторов. Сектор по работе с национально-культурными автономиями и сектор по обустройству репрессированных народов. Сотрудники, специалисты сектора по работе с национально-культурными автономиями осуществляют взаимодействие с местными национально-культурными автономиями по проведению ряда мероприятий, в том числе и культурных, памятных дат, праздничных. Сектор по обустройству осуществляет тесное взаимодействие с представителями массива компактного проживания, ТОСы, так называемые, это территориальное общественное самоуправление. Взаимодействие в части обустройства массивов, строительство, ведение квартирного учета граждан, решение ряда земельных вопросов. Скажите, пожалуйста, какими нормативно-правовыми актами вы руководствуетесь в деятельности отдела? Ну, во-первых, специалисты руководствуются должностными инструкциями, положением об отделе, уставом муниципального образования, действующими республиканскими нормативно-правовыми актами, законами Республики Крым и федеральным законодательством, соответственно. Спасибо. По каким вопросам чаще всего к вам обращаются граждане? Тематика поднятых вопросов по итогам личного приема граждан или письменных обращений преобладает вопросы жилищного обустройства семей. Это порядка 50%. Также имеет место ряд обращений граждан по получению вида на жительство, гражданства Российской Федерации. А также по определению мер социальных поддержки реабилитированным народам с учетом принятого закона Республики Крым. Вот если более подробно остановиться о социальных мерах поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, потому что существует такой закон, вот как вы уже сказали, действует на территории Республики Крым, по этому закону на какие социальные льготы сегодня, также на какую помощь государства могут рассчитывать реабилитированные граждане? Реабилитированные граждане с учетом норм действующего закона имеют ряд мер социальной поддержки. В частности, получение единоразовой денежной выплаты, компенсация по найму жилья в муниципальном жилищном фонде, в том числе и в общежитиях, по компенсацию по коммунальным услугам, льготный проезд в транспортах, подключение к стационарным телефоном. Вот. Подключение вот дома к таким сетям, как вот газоснабжение, да, электроснабжение. Есть ли какая-то льгота при подключении? Льгота при подключении будет осуществляться в рамках компенсации. Сейчас примется порядок, по нему который граждане будут обращаться в муниципалитеты, и их заявления с пакетом документов будут рассматриваться и приниматься решение. Соответствующие. Ну, законом такая льгота или такая компенсация предусмотрена? Да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, имеет ли право реабилитированный на получение земельного участка в собственность бесплатно? Да, имеют с действующим земельным законодательством определена норма, что реабилитированные лица относятся к категории льготников и с учетом действующего порядка имеют право получить землю в собственность. А именно, но тем же законом предусмотрено условие предоставления льготной категории граждан. Соответственно, заинтересованное лицо обращается в муниципалитет с полным пакетом документов, где комиссионно рассматривается. Если все соответствует действующему порядку, то это лицо включается в очередь на получение земельного участка в собственность. Бесплатно. Работа по городу Симферополю проводится нашими профильными структурными подразделениями.
То есть для того, чтобы человек был отнесен к этой категории, то есть имел право на бесплатное получение земельного участка, кроме того, что у него на руках должна быть справка о реабилитации, он должен также соответствовать другим требованиям. То есть это, наверное, не иметь собственности земельных участков. Да, значит, он и члены его семьи не должны иметь земельного участка в собственности и иного другого недвижимого имущества. И на момент обращения в муниципалитет по месту жительства тот или иной заявитель должен проживать более 5 лет. Это одно из основных условий. Да. Угу. А скажите, пожалуйста, а если, например, человек не проходит по какой-то из категорий, вот, по которой он подавал документы на бесплатное выделение ему земельного участка, может ли он попробовать подать повторно уже по другой категории, если он подходит? Это возможно, законодательством это предусмотрено. Если отказали по той или иной причине, с учетом той нормы, по которой было ранее подано заявление, вправе обратиться с заявлением, с другим уже, подложив пакет документов, другую льготу или другой соответствующий документ, который бы дал возможность отнести этого заявителя к льготникам. Спасибо. Скажите, пожалуйста, входит ли в меры социальной поддержки единоразовая денежная компенсация и ежемесячные какие-то денежные выплаты? Да, законом о мерах социальной поддержки и реабилитированных граждан предусмотрена единоразовая денежная выплата. Но я бы хотел бы здесь акцентировать, это не пересчет пенсии. То есть единоразовая денежная выплата выплачивается органами труда и социальной защиты населения как... не как доплата, не как пенсия, а как просто доплата, но с учетом того, что граждане, которые будут обращаться в орган труда и соцзащиты населения, не должны получать иной денежной выплаты. Что касается выделения жилья реабилитированным гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий или не имеющих своего собственного жилья. Насколько известно, в других регионах Российской Федерации нет отдельной льготной очереди для реабилитированных граждан. В Крыму же другая ситуация. Да? В Республике Крым есть, насколько я знаю, такая отдельная льготная очередь. Как обстоит дело с этим в Симферополе? Да, при администрации города Симферополя ведется отдельный квартирный учет репрессированных граждан. На учете состоит порядка 1500 семей и одиноких лиц. Сейчас, в настоящее время, отделом проводится перерегистрация учетных дел, а именно идет процесс укомплектования каждого учетного дела с учетом действующего законодательства. И каждый заявитель, кто состоит у нас на учете, должен прийти к нам в отдел и укомплектовать свои учетные дела. Специалисты, которые ведут у нас квартирный учет, предоставляют исчерпывающие разъяснения в части приведения в соответствие пакета документов по гражданам. Спасибо. Скажите, пожалуйста, планируется ли в Симферополе строительство многоквартирных домов для реабилитированных граждан? Да, в городе Симферополе в рамках реализации федеральной целевой программы до 2020 года запланировано строительство ряда объектов, в том числе как и площадочных, так и линейных. Из площадочных запланировано строительство многоквартирных жилых домов, которые в последующем будут предоставляться нашим гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Содействует ли отдел по межнациональным отношениям выдаче справок о реабилитации? Насколько я знаю, что люди сталкиваются с некоторыми проблемами, да, затягиваются сроки выдачи этих справок, зачастую долго приходят ответы. Вот как в таком случае? Можете ли вы помочь? Да, у нас подобного рода были обращения от граждан в части ускорения получения архивных справок о подтверждении факта нахождения членов семьи на спецпоселении в странах Центральной Азии или на территории Российской Федерации. И отделом были подготовлены ряд запросов в архивы МВД. И ответы приходили к нам, подтверждающие факт нахождения семей на спецпоселении. Тем самым мы вручали гражданам эти архивные справки, они уже в рабочем порядке в течение месяца получали справки о реабилитации, что позволило им скорее реализовать меру социальной поддержки реабилитированных народов.
То есть люди могут обращаться вам, к вам также по этому вопросу? Да, обращаются граждане, но по мере их обращения мы просим, чтобы в своих обращениях они указывали точные данные, когда и с кем были депортированы их родители, их родственники, и где находились на спецпоселении до их снятия, чтобы мы правильно подготовили запрос, соответствующий орган, соответствующий архив МВД той или иной республики, области, где они находились до снятия их со спецпоселения. Ну, таким образом, это ускорит процесс также. Да, практика показала порядка месяца, и справка о реабилитации готова, и граждане уже могут в полной мере реализовать свое право как реабилитированное лицо, также и получение земли и иных мер и льгот, предусмотренных действующим законодательством. Спасибо большое, Искендер Сервирович, за то, что вы пришли к нам в студию сегодня. Наша программа уже подошла к завершению. Напомню, у нас в гостях был начальник отдела по межнациональным отношениям администрации города Симферополя Искендер Муждабаев. На этом все. До встречи в понедельник в 19:00. Не переключайтесь.